Сейчас слышно? А, слышно, да? Прекрасно. Коллеги, приветствую вас от имени Министерства по туризму Республики Кипр. Всем калимера, большое вам спасибо за внимание к сегодняшнему эфиру и Кипру в том числе. В первую очередь, прежде чем начать, вам хочу рассказать программу нашего участия в выставке онлайн Travel Market, в которую нас любезно пригласили коллеги из Profi Travel. Привет им, кстати, большое спасибо Алексею Венгину и девушкам-коллегам, которые так нас оперативно записали, подключили и дали возможность напомнить всем про Кипр. Так, у нас два эфира. Первый будет сегодня, собственно, он посвящен Кипру как продукту, Кипру как направлению. Я расскажу вам о основных качествах продукта, о его туристической привлекательности, о том, какие у нас есть выгодные черты для вас, как для продажников. И вот второй эфир, который будет в понедельник, 22 числа, это, конечно, наверное, будет тот эфир, который все вы ждете, который будет вам наиболее интересен. Он будет полностью посвящен тому, как мы перезапустили туризм на острове, как изменится правила въезда, что теперь можно ожидать на острове, который пережил эти черные времена, которые в России все еще продолжаются. Я имею в виду вот эту вот ситуацию с коронавирусом. Вот, я хочу вам сказать, что оставлю сегодня специально в конце своей презентации, вебинара, время для ваших вопросов. Разумеется, мы затронем тему того насущного вопроса, когда откроется Кипр, и когда откроется выезд для россиян. Но вначале предлагаю вам прослушать то, что я подготовила. Также у нас в конце будет небольшой такой розыгрыш. Кому-то уйдет наш приз, сувенир. Вот. И прежде чем начнем, хочу предложить вам посмотреть видео из нашей новой рекламной кампании. Дело в том, что когда закрылся остров на карантин, а, собственно, это случилось 16 марта, а на жесткий локдаун Кипр шел 30 числа, вот вплоть до 4 мая, когда начались стадии по выходу из карантина, Министерство по туризму Кипра совместно с Министерством транспорта и различными комитетами, разумеется, понимало, что будет очень сложно перезапустить туротрасль. Была выпущена и подготовлена рекламная кампания в три этапа. Первый этап, первое видео, которое, на мой взгляд, очень красиво и очень правильно позиционировалось со слоганом «Better days are coming», вот как раз у нас название презентации, оно у нас загружено на виртуальном стенде на площадке Profi Travel. А второе видео, которое выпустилось как раз 4 мая, когда туризм запустился, оно называется «The better days are here», то есть лучшие дни уже настали, и Кипр уже открыт. Вот предлагаю вам посмотреть его перед началом презентации. Thank you.
You see? You see? Better days are better here. Better days are here. Вот. То есть, как мы видим из этого видео, better days are here, лучшие дни на Кипр уже пришли, потому что туризм у нас перезапустился официально 9 июня. Прибыли первые рейсы зарубежных стран на Кипр. А с 20 июня ожидается, собственно, уже возобновление такого массового чартерного туризма, которое полностью заработает в июле. И сейчас мы говорим об 21 стране в списке стран, которые включены в разрешенные для въезда на Кипр. Про это мы поговорим позднее. Сейчас давайте, собственно, начнем вспоминать про остров. Расскажу вам, собственно, про его туристическую привлекательность. Итак, Кипр – это третий по величине остров в Средиземном море. Часто спрашивают, а какие первые два? Но я уверена, что здесь в аудитории все в курсе. Сицилия и Сардиния – это первые два. Кипр – третий. 947 тысяч населения, в основном греко-киприоты. Страна в составе Евросоюза 2004 года. Здесь сразу же нужно говорить о том, что так как страна в Евросоюзе не может быть безвизовой страной Кипр, до сих пор встречаются люди, которые так считают. Но, видимо, это потому, что мы слишком хорошо работаем, и очень легкая у нас визовая система для россиян. Национальная валюта на острове Евро с 2008 года введена. Основная религия – православное христианство. Основной язык – греческий. Английский язык распространен повсеместно, даже в любой горной деревушке вас поймут. Ну, а русский язык, наверное, с конца 90-х годов тоже стал очень распространен, наверное, даже третий по популярности на острове. Вот. Ну, и здесь я всегда делаю вот эту вот, подчеркиваю, по продолжительности, среднюю продолжительность жизни – 80 лет у мужчин и 84 года у женщин, что, собственно, говорит в пользу того, насколько целебный, насколько хороший климат и жизнь на Кипре. Живут там долго. Вот. Ну, собственно, основные продажные пункты, основные наши выгодные, отличающиеся приоритетно условия, по которым мы принимаем туристов, и вы их отправляете. Во-первых, это самый теплый остров в Средиземном море. Наверное, обратили внимание, благодаря его местоположению в самой южно-восточной части Средиземного моря, раньше всех туда приходит тепло. Начинаем купальный сезон мы с апреля. Да, вообще с середины апреля киприоты считают, что после Пасхи уже море успокаивается и становится тепло. А вот продолжается он, я теперь уже без сомнений могу сказать, что до конца ноября, когда начинала я работать в 2006 году, мы говорили, что до конца октября глобальное потепление сделало свое дело. Теперь и до конца ноября, в декабре, собственно, еще в начале декабря все купаются. В этом году буду сразу делать такие ремарки по текущей ситуации, потому что понятно, что всех вас это волнует больше всего. В этом году 80% отелей, которые решили открыться в этом в таком сложном сезоне, будут работать до конца ноября. В том числе даже отели в Айянапе, которые, как вы знаете, обычно, начиная с октября, уже практически вся закрывалась. Ну, то есть на момент 1 октября в Айянапе считанные отели были открыты. Теперь будем захватывать вот этот вот оставшийся сезон с тем, чтобы принять как можно больше туристов из стран, которые пока что закрыты. Ну и также для Министерства по туризму Кипра, для нас очень важно развивать Кипр вне сезона, так называемый низкий сезон. Я не могу сказать, что зимний, потому что температура на острове редко опускается ниже 17 градусов. На Кипре есть что посмотреть. Много небанальных туристических маршрутов, которые еще неизвестны, к сожалению, среднестатистическому россиянину. На них сделаю сегодня тоже акцент. Ну, отлично, налаженное авиасообщение с Россией – это, конечно, прекрасная такая фраза, которая сейчас звучит довольно-таки смешно, но оно на самом деле было лучше всех налажено. Это был единственный остров, с которым, не такой вот, единственное летнее направление, средиземноморское, с которым в России не прерывалось авиасообщение, в том числе и зимой.
будем надеяться, что к этому мы вернемся. Основная религия Кипра – православие, что, собственно, роднит русских, украинцев, белорусов с киприотами. 64 флага с почетным знаком, пляж с почетным знаком «Голубой флаг». Здесь хочу с гордостью отметить, что буквально неделю назад были выпущены результаты исследования комиссии, которая проводила исследование пляжей в Евросоюзе. И Кипр на протяжении вот уже, кстати, 4-го года или 5-го занял первое место по чистоте. Самые чистые пляжи в странах в составе Евросоюза. Удивлю вас здесь, я люблю вот эту информацию, что на втором месте пляжи Австрии. Не знаю, где там пляжи, наверное, вот Голубой Дунай. Но, тем не менее, чистая вода на 3-м месте Мальта, а на 4-м Греция по результатам вот этой вот экспертизы. Так, пойдем дальше. Визовые формальности. Наверное, вы знаете, что вот эта легкая система ProVis, которую внедрило кипрское правительство, предложило для россиян, а потом и для других стран в составе СНГ, была введена в 2008 году, обновлена она в 2018. Она позволяет, собственно, вам, турагентам, бронировать Кипр до последнего. То есть нам не нужно ждать, подавать сложный пакет документов, как в других странах в составе Евросоюза, в Шенгенской зоне. Провиза заполняется обычно либо из платформы Генерального консульства Кипра, которых у нас 5 сейчас в России, в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Екатерины, Самаре. Или, собственно, наверное, вы, 80% турагентов делают это из личного кабинета туроператора, где заполняется вот такая вот анкета, и в течение, собственно, этого же дня, в случае положительного ответа, мы проверяем отсутствие туристов в стоп-листе, на почту приходит вот такая вот, как на среднем слайде, форма, это называется предварительная виза. С 2018 года она защищена вот этим штрих-кодом, который считывается, то есть защищена она от подделок. Может воспользоваться турист ею, если паспорт у него действительно менее 6 месяцев с момента поездки. Если перелет прямой, никаких трансферных перелетов по провизе не совершается. Также возможен въезд на Кипр по многократной шенгенской визе. В том числе отменено правило первого въезда, можно лететь прямо сразу на Кипр, не обязательно, чтобы паспорт был отштампован в стране Евросоюза. И у нас также, конечно же, есть национальная кипрская виза, для которой уже подается пакет документов, аналогичный пакет документов для стран еврозоны. Опять-таки для россиян бесплатная эта виза, она платна для граждан третьих стран, для граждан стран СНГ. Кто обычно делает эту визу? Либо люди, которые живут на Кипре, часто ездят по бизнесу, живут, имею в виду, у кого там недвижимость, там дачи, так называемые. Вот. Также у нас есть такой бонус у этой визы. Есть соглашение линейное между Болгарией, Румынией и Хорватией. Соответственно, по кипрской многократной визе можно посещать эти страны. Аналогично по визам национальных данных стран можно посещать Кипр. Это что касается России. Кстати, здесь порекомендую вам тоже всегда следить и заходить на официальные порталы генеральных консульств, посольства Московского, консульства в Петербурге. Всегда самая достоверная последняя информация, ответы на вопросы, посчитать можно, сколько дней осталось для тех, у кого, кто часто приезжает на Кипр, потому что по 90 дней в каждом полугодии, собственно, можно быть на Кипре, если ты не являешься киприотом. Дальше посмотрите на карту. Здесь показаны, собственно, наши основные курорты, наша береговая линия. Да, все они практически, кроме столицы, расположены по берегу. Два аэропорта на Кипре. Основной аэропорт в Ларнаке, второй дополнительный в Пафосе. Здесь хочу обратить ваше внимание на вот этот печальный факт кипрской истории – на северную часть, которая с 1974 года находится под нелегальной турецкой оккупацией. К сожалению,
въезд на Кипр для самих киприотов, да, как бы крайне проблематичен. Псевдогосударство, которое организовано на северной части острова, не признано никем из мирового сообщества, кроме Турции. Почему я вам здесь это говорю? Потому что турагенты всегда являются посредниками между туристом и страной. Очень важно, чтобы вы доносили правильную информацию для граждан, особенно граждан Российской Федерации. В данном случае мы говорим здесь про наших соотечественников. Российская Федерация не поддерживает никаких отношений с нелегально оккупированной зоной. Она признает только Кипр, который находится под контролем властям республики. Для вас, как для турагента, самое важное здесь знать следующее. Легальными пунктами въезда на остров являются два аэропорта – Ларнаки и Пафоса, порты Лимассола, Ларнаки, может быть, кто-то на частной яхте красиво приедет, у нас есть порт в Лачии, есть частные две марины на Кипре в Лимассоле. Только таким образом, прибыв на Кипр, турист по желанию может посетить северную часть острова, с экскурсионной целью, вернуться обратно и точно таким же образом улететь обратно домой. Тогда он не нарушит никаких, собственно, правил. Также имейте в виду, что все страховки, разумеется, выданные под поездку на оккупированной территории, не действуют. Думаю, что нужно каким-то образом эту информацию до туриста доносить. Вот. Теперь поговорим про статистику въезда, которая на самом деле, конечно же, вот так вот мы на нее смотрим, очень радостно с одной стороны и печально с другой. В прошлом году мы чуть-чуть не добрали туристов до 4 миллионов. Это был рекорд в туристической истории Кипра, вот эти вот 3 976 тысяч туристов. Мы надеялись, что в этом году будет как минимум 20% повышения. Но много кто на что надеялся, никто не мог предположить того, что происходит сейчас. Здесь обратите внимание на два столпа кипрского туризма, две страны, которые, собственно, наверное, 80% туристов на остров привозили. Это Великобритания и Россия. Россия, максимальное количество туристов мы посетили Кипр, если не ошибаюсь, в 2014 году. Это было почти 820 тысяч. Россияне Кипр любят. Кипр любит россиян. По статистике 80% у нас репитеров. Все, кто приезжает, возвращаются сюда снова и снова. Очень большой скачок в прошлом году совершил Израиль, который вышел на третье место. Собственно, для чего здесь я это говорю? Потому что очень важно, кто является основным туристом в стране. Так вот, основным туристом в стране являлись, наверное, так правильно говорить, англичане. Они приезжают на Кипр, собственно, как к себе на дачу, потому что до 1960 года, почти 80 лет, Кипр был британской колонией. Для киприотов это не самый радостный факт в истории. Не очень любили и любят, наверное, киприоты британцев, потому что, ну, вы знаете, колониальную политику Британии, она, в принципе, мало где отличается. Разделяя властвуй, много пострадало киприотов, которые боролись за освободительное движение. С другой стороны, британцы, помимо негативных факторов, принесли много на остров и позитивного того, чем пользуется сейчас туристическая индустрия. В первую очередь, это шикарно развитая система дорог. Наверное, вы знаете, что по всему Кипру, даже в горах, даже на серпантинах, дороги порой лучше, чем в континентальной Греции. Система образования, банковская система, система земельного права, все это на Кипре построено по британскому образцу. И, в принципе, вы знаете, что, например, британский правовой кодекс и земельный кодекс считается одним из наиболее стабильных и таких вот прозрачных в мире. Авиарейсы. Авиарейсы – неактуальная информация. Я просто хочу показать вам, что вот этот маленький остров Кипр, который, кстати, в прошлом году принял больше туристов, чем вся Греция на 10%, вся Греция имеется в виду и островная, и территориальная, имел очень развитую систему авиаперелетов не только из столицы и Петербурга, но в том числе и из региональных городов. Разумеется, в данном случае мы должны благодарить наших партнеров-туроператоров, которые постоянно развивали эту маршрутную сеть.
Здесь, наверное, мы должны все же посмотреть на левую колонку. Москва, Санкт-Петербург, Краснодар – это те пункты вылета, откуда на Кипр летали рейсы круглогодично. Мы ожидаем, я по-другому даже сказать не могу, что после восстановления выездного турпотока, после того, как Роспотребнадзор, это прекрасная организация, разрешит выезд россиянам, как минимум из 5 городов Российской Федерации рейсы все же на Кипр полетят. Но это тоже такие перспективы довольно-таки пока еще нечеткие, неясные. Здесь для чего этот кадр? Для того, чтобы показать вам среднюю температуру на Кипре по месяцам. Обратите внимание вот на эту прекрасную фразу. В среднем 5 дней в году, когда солнце светит менее часа. То есть, в принципе, на Кипре всегда солнечно, как в Калифорнии. И очень интересное произошло перераспределение туристического потока в прошлом году. Россияне, которые обычно, самое большое количество прибытий россиян на Кипр было в июне. Так вот, в прошлом году, представляете себе, сместилось оно на сентябрь. То есть в сентябре прибытий на остров было больше, чем в июне. Это стал самым рекордным месяц по посещаемости. Также октябрь был примерно равен августу. Ну, в августе на Кипр попасть тяжело, только если вы не забронировались вот совсем-совсем рано, потому что август – это традиционный месяц отпусков, когда сами киприоты, все госслужащие идут в отпуск, потому что есть такой праздник 15 августа, он на Кипре отмечается, Успение Богоматери, после которой начинается вот этот месяц традиционных отпусков. Кстати, такая же ситуация и в Италии, и в Испании. Август месяц еще также очень жаркий, поэтому мне кажется, что вот этот так называемый бархатный сезон, сентябрь, октябрь, ноябрь, это потрясающая возможность для изучения острова, для наслаждения его пляжным туризмом в том числе, помимо различных других возможностей туристических, которые дает нам остров. Так, и сейчас мы пройдемся по курортам, будем идти с востока на запад. Я подготовила для вас здесь информацию, актуальную на сегодняшний день, по тому, как будут открываться отели. Потому что, знаете, что Анапа-Протарас – это, собственно, регион, который является наиболее популярным по посещаемости именно в сезон. Кто-то у меня, одна коллега из туроператоров, из турагентов говорила, что каждый второй человек, который заходит в офис, говорит, что Кипр – это Анапа. Вот, поэтому касательно Анапы. Собственно, курорт позиционирует себя как курорт для отдыха с детьми, для семейного отдыха. Разумеется, репутация у него немного другая. Это такой молодежный популярный курорт, где вот эта знаменитая улица дискотек, бар-стрит. Здесь очень важно для вас правильно рекомендовать туристам, куда селиться. Да? Соответственно, маленьких детей с родителями нужно отправлять подальше от улицы дискотек и подальше от Ниси Бич. Например, даже за угол завернув, там, где отели «Адамс» и «Дом», уже не будет так шумно. В то же время в центр Анапы селить молодежь, которая именно едет с точки зрения потанцевать, потусить, наслаждаться ночной жизнью города. Вот. Итак, вот информация, которую мне прислала ассоциация отелей Анапы. Я еще раз повторяю, что в этом сезоне откроются не все отели по всему острову. Многие приняли для себя решение переждать, потому что на Кипре государство дает большую субсидию тем отелям, которые пострадали, которые не откроются, будут компенсировать и зарплаты, потерянные работникам сферы туризма. Поэтому некоторые отели сделали вывод, что им так будет удобнее. Тем не менее, в Протарасе я знаю, что будут открыты 8 отелей на данный момент. Это Грешен Парк с 1 июля, Капо Бэй 1 июля, Crystal Springs Beach 20 июля, Golden Coast и Sunrise Beach и Sunrise Pearl открываются 1, 3 и 11 июля, соответственно. Константино The Great отель с 5 июня и Versiana Beach Hotel с 5 июня. Это что касается отелей в Протарасе. В Анапе 26 июня откроется отель Alion 5 звезд, Atlantica Mare 28 июня. Новый пятизвездный отель Хризамаре, отель, который принадлежит группе Socas, откроется в конце июня. Адамс Бич
знаменитый, прекрасный, откроется с 1 июля, и вот он уже объявил, что будет работать до 30 ноября. Грешан Бэй с 1 июля, Олимпик Лагун с 15 июля, Астериес Бич с 30 июня. Также, значит, 13 отелей у меня есть здесь в Айанапе. Отель Фарос с 21 июля, Ан-Мария Бич с 1 июля, Грешан Сент с 1 июля, Мелисси Бич, замечательный отель, 4 июля, Нисси Бич, знаменитый отель, с 20 июня. Ну и Нисси Блю, еще один пятизвездный отель. Я вот считаю, что, например, Айанапе не хватало пятизвездников. Теперь вот они в достойном количестве открылись. Два отеля открылось в прошлом году. Должен был открываться еще один отель в этом году, но, наверное, не откроется. Так вот, отель Нисси Блю с 3 июля будет работать. Это то, что касается отеля Айанапе. Ларнака. Ларнака – это круглогодичный курорт, это город с более чем тысячелетней историей. Все практически в Ларнаке напоминает о первом архиепископе этого города. Это Лазарь, так называемый Лазарь четырехдневный, друг Христа, которого, согласно библейским сказаниям, Иисус воскресил. И вот после своего воскрешения он был первым архиепископом Ларнаки. Там же он и похоронен в прекрасной церкви, которая вот такой венецианской колокольни, внизу на слайде можно ее увидеть, прикрытую цветущим жасмином. Ларнаку выбирают чаще всего либо семьи с детьми, потому что, обратите внимание на карту, вот здесь вот она, отельная зона Ларнаки, туристическая зона, и центр города, променад Финикудес, который, собственно, на слайде нарисован, они находятся примерно в 15 километрах друг от друга, разделены, и поэтому очень комфортно для семейных туристов, для детей отдыхать вот в зоне, где расположены отели Lourdes, Golden Bay, вот такой вот песок, конечно же, не такой белый, как в Айанапе, но тем не менее, такой вот, вот вы видите на слайде, очень неглубокое море с комфортным входом делает привлекательным для семейных туристов. В то же время в центре Ларнаки, в районе Финикудес, в районе Маккензи-авеню, огромное количество небольших отелей, таких модных, как Чао Стелио, как Сан-Холл, много апартов новых построено, куда приезжает молодежь, потому что зона, вот эта вот променадная зона, лаунж-зона Маккензи-бич, несколько лет подряд считается самой популярной на Кипре с точки зрения ночной жизни и такого вот чиллаута стильного. Сами любят киприот туда ходить. Кстати, рекомендую всем, кто немного пропустил Ларнаку, рекомендую вам приехать туда на пляж, именно Маккензи, потому что это то место, которое есть во многих дестинациях, где вы можете с чашкой кофе, ну или, не знаю, с бокалом белого вина наблюдать, как садятся самолеты, потому что аэропорт в Ларнаке находится сразу же за этим пляжем. То есть там просто стоит забор, и получается, что самолеты буквально садятся на пляж. Ну а по вечерам там играют прекрасные диджеи, шикарная музыка. Так что Ларнаку не забывайте, приезжайте. Знаешь, что русские туристы не так любят Ларнаку. С другой стороны, русская диаспора очень любит там жить. Лимассол и Ларнака – самые популярные места для проживания русских экспатов на острове. Про Лимассол. Про Лимассол, наверное, много говорить не надо. Все знают, что это самый русский город на Кипре. Он находится в центре побережья острова. Очень комфортное расположение на одинаковом расстоянии от аэропорта Пафоса и от аэропорта Лимассола. Самые, наверное, лучшие отели, пятизвездные прекрасные пляжи, прекрасные клубы, рестораны, модные ночные клубы все расположены в Лимассоле. Обратите внимание, что такой вот темный вулканический песок здесь, не такой вот зовущий и манящий, как в Айанапе, но тем не менее говорят, что даже более полезный. Про Лимассол скажу вам следующее. Вот из тех отелей, которые нашла я на сегодняшний день, открываются Гранд Резорт 24 июня, Парк Лейн 10 июля, Сан-Рафаэль 17 июля, Аматус отель открывается 13 июля и Four Seasons открывается 1 августа. Это то, что я нашла вот на сегодняшний момент. Уверена, что, наверное,
попозже будет больше отелей. Так, ну и Пафос. Пафос – это город, музей под открытым небом, город, который в 2017 году стал культурной столицей Европы, бывшая столица Кипра, город, который привлекает самое большое количество туристов из европейских стран. Здесь такой лайфхак, если ваш турист немного сноб и спрашивает, куда бы ему поехать, чтобы было меньше русских, вот отправляйте его смело в Пафос. Это город, в котором расположен, то есть, сказать, прошу прощения, курорт, в котором расположены все четыре гольф-поля Кипра, позиционирует себя как апмаркет для таких туристов со вкусом, изысканных туристов. Надо здесь очень обращать внимание на то, что центр города Пафоса, так называемый Като Пафос, который вот идет, предположим, от вот этой крепости, и в, ну, если смотреть на море, то влево, практически все пляжи там каменисто-галечные, но есть, тем не менее, я проверяла сама, пляжи, которые с прекрасным песчаным ходом, например, у отеля Александр The Great. Сейчас там тоже построили новый отель «Амави» в прошлом году. Прекрасный пляж, нет никаких проблем с обходом. Ну, что касается 80% городских пляжей Пафоса, там построены либо понтоны, либо надо аккуратно заходить, то есть не очень комфортно деткам. Тем не менее, в 20 километрах от Пафоса есть бухта Coral Bay знаменитая, на которой вот расположен пляж шикарный с голубым флагом. Вот он на нижнем слайде, вот здесь. Там абсолютный песок. То есть, в принципе, даже те, кто предпочитает селиться в городе, могут сесть на автобусы за 1,5 евро, за 20 минут доехать на пляж на этот и провести там прекрасно время на песочном пляже. Пляжный туризм, мы закончим эту тему следующим. Во-первых, обязательно нужно здесь сказать, что на Кипре нет частных пляжей. Страна в составе Евросоюза, соответственно, все пляжи государственные. Стандартная стоимость зонтиков и лежаков 2,5 евро стоит, стоит шезлонг, и 2 евро стоит зонтик. То есть комплект из двух шезлонгов с зонтиком обычно отдается 7 евро. Билет действует целый день. Если вы не готовы отдавать 7 евро за свой комфорт, вы можете прийти со своим полотенцем, зонтиком, все это воткнуть и прекрасно лечь. Разумеется, о чем мы будем говорить в понедельник, в связи с эпидемией и постэпидемиологическими правилами поменялась немного схема и расстановка шезлонгов и вообще манера поведения на пляже, она теперь регламентируется туристическими протоколами. Но в основном вот что здесь главное, что будет просто 2 метра между шезлонгами, и после каждого туриста будут обязаны работники пляжа все это обрабатывать санитайзерами, все поверхности, в том числе даже зонтики. Так, про пляжи, наверное, закончим. Здесь я хочу предложить вам, для того, чтобы я не рассказывала оставшийся день про 11 тысяч лет истории цивилизации острова, зайти на наш виртуальный стенд на платформе Profit Travel. И там мы выгрузили две брошюры. Вот одна как раз 11 тысяч лет истории цивилизации. Это отличный путеводитель по острову. На самом деле все исторические, археологические, раннехристианские места, которые обязательно к посещению, там полностью описаны, даны советы как, когда, сколько стоит вход. Так что предлагаю вам изучить эту возможность самим, потому что, конечно, экскурсионный туризм, ну, особенно для россиян, это всегда было важно и приоритетно. Я хочу вот на что уделить внимание. Часто спрашивают, когда я провожу обучающие какие-то семинары, что обязательно к посещению на Кипре? Вот что нужно сделать, чтобы туристу действительно понравилось, чтобы он вернулся и сказал вам большое спасибо, мне так понравилось, давайте еще забронируем на следующий год мою поездку. Во-первых, обязательно рекомендуйте любому туристу, даже если он потратился на all-inclusive, выходить из отеля и идти смотреть страну самому. Да, банально пойти в город, в таверну, присесть, заказать, попробовать кипрское знаменитое мезе, рыбное, если вы у моря, мясное, если вы в горах,
пообщаться с местными жителями, и вот тогда ваш турист, может быть, даже в Бузуки сходить вечером, тогда ваш турист точно вернется, потому что, конечно же, кипрская система all-inclusive и вообще манера того, как туруслуга преподается, она не сравнивается со странами такими, как, например, Турция или Тунис. Никто не будет хватать за руки туриста и развлекать его, танцы живота, дартс, вот это все не сюда. Здесь важно познавать страну. Люди в основном возвращаются сюда именно из-за гостеприимства местных жителей, из-за вот этого такого радушия, неподдельного, действительно, чувства по отношению к россиянам, как братьям во Христе и так далее. Итак, обязательно советуйте туристам, во-первых, разумеется, поехать в Пафос. Ну, это понятно, потому что это место рождения Афродиты, там есть этот прекрасный камень, который нужно отплыть. Говорят, что надо против часовой стрелки 8 раз или 3, но это все не важно. Просто там очень красивое и действительно сильное энергетическое место. Пафос – это место, где античность пересекается с раннехристианской религией. Но обязательно советуйте вашим туристам посетить город Родоса. Вообще сами киприоты говорят о том, что если человек не ездил в горы, то он не видел Кипр. Совершенно другое впечатление о стране, просто вот буквально переворачивается. Прекрасные монастыри на Кипре, все они практически расположены в горах, потому что, ну, понятно, что Кипр огромное количество раз захватывали, было более 300 лет османское господство на острове под турецким игом, собственно, находился Кипр, откуда и произошла вот эта вот сообщества турко-киприотов, да, к 20 веку сформировавшиеся. Но 9 мужских монастырей, 16 женских, прекрасные агромаршруты, винодельни, про это скажу отдельно. Вообще, говорила уже в начале, что Министерство по туризму Кипра уделяет отдельное внимание так называемым специальным маршрутам. И вот один из них – это маршрут паломнический туризм. Здесь, разумеется, для массового туризма мы не предлагаем совершать какие-то такие вот серьезные похождения по монастырям, тем более летом это очень, наверное, жарко, некомфортно, хотя в горах всегда температура как минимум на 8 градусов ниже, чем на побережье. Тем не менее, не посетить какой-либо монастырь, прибыв на Кипр, наверное, нельзя, потому что на Кипре вообще жизнь, она связана с религией нераздельно. Дело в том, что рождаются киприоты и умирают, и все это идет по религиозным канонам, которые воспринимаются как абсолютно что-то совершенно естественное для жителя. Скажу, что на Кипре надо помнить здесь, что киприоты живут по григорианскому календарю, и все праздники российская, которую празднует Русская Православная Церковь, и кипрская, в том числе и греческая, отличаются на 13 дней. Самый единственный праздник, который совпадает, это Пасха. И на Кипре огромное количество, точнее, не огромное количество, а есть те значимые монастыри, которые считают для себя люди религиозные обязательными к посещению. Вот назову вам, предположим, несколько. Первое – это самый, наверное, главный монастырь на Кипре. Это монастырь, который называется Ставровуни. Заложила камень в этом монастыре императрица Елена, когда она путешествовала из Иерусалима и везла на своем корабле крест, на котором был распят Господь. По легенде, судно, собственно, не планировало приезжать на Кипр, там разразился шторм, но она пришвартовалась у берегов Кипра, и на следующее утро этот крест исчез. По легенде, он воспарился над горой, на которой стоял храм богини любви Афродиты с огромной ее статуей. Вот на слайде слева, на втором вверху можно его увидеть. И святая Елена, по легенде, опять-таки приказала сбросить позорно эту девушку в море, и там заложила храм, который называется Ставровуни. Ставрос – это крест, Вуни – это гора, то есть святая гора. Монастырь закрытый, мужской, но есть по строгим канонам и правилам он живет, но есть часовня у подножия
Разумеется, знаменитый монастырь Кикский, где хранится одна из трех икон, которые по легенде писал апостол Лука с прижизненного образа Девы Марии. Монастырь Троадитиса, куда не возят туристов, но возят, но можно договариваться о специальном разрешении на посещение, куда ездят те женщины, которые отчаялись забеременеть. Там проводится такой обряд о чадорождении, и, собственно, говорят, что чудо случается потом практически у всех. Только, кстати, только женатых принимают там. Нельзя, чтобы были неженатые пары. В общем, на Кипре большое количество таких вот мест, силы духовной. Опять-таки, брошюру загрузили мы на наш сайт, который называется «Кипр. Духовное путешествие». Там очень хорошо прописаны все эти религиозные маршруты. Свадьба на острове Любви. Мы промоутируем свадебный туризм на Кипре. В этом году, опять-таки, реалии наложили свои отпечатки на свадебный туризм. Запретили жениться, к сожалению, киприотам вот на время этой пандемии. Потом предложили возобновить, но не более 10 человек собираться, что, разумеется, для кипрской свадьбы несерьезно, потому что вы знаете, наверное, что 800 гостей – это скромная свадьба, а 2-3 тысячи – это легко. Соответственно, насколько я сейчас знаю, разрешено возобновлять свадьбы большие в сентябре. Собственно, для туристов, наверное, это тоже очень актуально. Тем не менее, почему выбирается Кипр для... Каждый год вот эти вот пары, которые желают пожениться на Кипре из России, количество их увеличивается, потому что между нашими странами принят договор о взаимном признании всех юридических документов, в том числе и вот этих брачных сертификатов, которые выдаются на острове. В течение 3 дней после проведения церемонии, мы говорим сейчас про гражданскую церемонию, разумеется, официальную, обычно свадебный координатор едет в Никосию, где заверяет в Министерстве юстиции, в посольстве, свадебный и брачный сертификат, который, собственно, по месту жительства, когда молодожены возвращаются, они его регистрируют и таким образом женятся красиво на острове Любви, Афродиты. Ну, а про европейцев я даже говорить немало не буду. Кипр входит в пятерку самых популярных мест для проведения свадеб в мире. Так, ну и время к обеду, поэтому я буду заканчивать вот свою информационную часть по туризму, по Кипру именно вот этими красивыми кадрами с мизе и с вином. Винные маршруты. Министерство по туризму Кипра разработало 7 винных маршрутов, которые нацелены в первую очередь на развитие агротуризма на острове. Агротуризм, конечно, звучит не очень хорошо, по-английски это называется rural tourism, который включает в себя посещение традиционных кипрских деревень, различных музеев, посвященных ремеслу, различных, вот в том числе и виноделин, которых на острове более 50, и это, конечно, для опытного туриста, для того, кто хочет посмотреть что-то другое, чем стандартные к посещению места массового туризма. В то же время, когда туристы выбирают такой вид отдыха и ознакомления со страной, они, конечно же, знают гораздо больше и местных жителей, что, собственно, и заставляет сюда возвращаться туристов вновь и вновь. Несколько фактов вам про кипрское вино расскажу. К сожалению, в России практически невозможно купить кипрское вино, есть только в Москве, и далеко не тот прекрасный широкий выбор, который мы хотели бы вам донести. На Кипре существует 4 эндемических сорта винограда, которые произрастают только на острове. Я считаю, что вы должны обратить внимание на сорт Марацевтико. Это красное, долгое, такое очень богатое вкусовым насыщением вино, которое считается самым дорогим. Всего 2% виноградников вот этим вот виноградом Марацевтико засажены. Стоит в районе 10-15 евро в супермаркетах на Кипре. Дорогое. Потрясающее вино Ксинистери. Это белый сорт вина, самый популярный на острове. Такие вкусовые у него ноты винограда, яблоко. Оно очень ароматное, чуть-чуть игристое. Чуть-чуть напоминает Савиньон Блан, может быть, Пино Гриджо порой.
Но вот то, что пьется прекрасно летом под рыбное мезе, замечательно. Вино кипрское упоминалось еще в античных трудах Гесиода, и в Библии тоже упоминалась знаменитая кипрская командария. Виноградники Кипра – это одни из, наверное, единственных в Европе, ну, на европейском континенте, но в Европе все равно, которые не подверглись нападению мухи филоксера, которая уничтожила практически все европейские виноградники. Более того, кипрскую лозу потом использовали для восстановления виноградников Италии и Франции. Поэтому я надеюсь, что в следующую свою поездку вы обязательно посетите один из винных маршрутов, который тоже есть полностью описан у нас на сайте visitcyprus.com, и попробуйте этот шедевр природный в его естественной среде обитания, имею в виду вино. Ну и здесь я заканчиваю, что привезти, когда вы поедете на Кипр, что привезти, чтобы не банально, не магнитно холодильник и не тарелочку с надписью «Кипрос». Сыр халуми – это потрясающий, бывает козьи, корови из двух смесей молока, сыр, который можно есть как в сыром виде, он такой стреноватый, кипреты, кстати, едят его с арбузом, так и в варианте гриль или просто жареным на оливковом масле. Вот мы сюда в офис сюда привозим и делаем без всяких морочек, без гриля, просто, но очень вкусный и абсолютно эндемичный, потому что такого сыра больше нет. Вино, как я сказала, командария – это сладкое. Кстати, вино командария считается самым древним в мире вином, которое имеет название. Раньше называлось оно «Нама», теперь называется «Командария». От, собственно, штаба госпитальеров, которое называлось «Командария», где это вино дистрибьютировалось в Европу в тот момент, когда Кипр был под лузиянами, под крестоносцами. Кипр же очень много кто завоевывал. Вот. Знаменитая кипрская водка «Диване». Это я себе время на то, чтобы вопросы какие-то были, если буду отвечать. Гранаты. Гранаты здесь, смотрите, что. Обращу ваше внимание. Гранат изначально был символом богини любви Афродиты. После того, как христианство на острове стало основной религией в IV веке, гранат перешел в символ, и он считается до сих пор символом Богородицы. На Кипре, когда традиционная такая деревенская свадьба проходит, молодожены не бьют о пол, как у нас, например, бокалы с шампанским, а они разбивают такой плод гранаты. Считается, что чем больше вывалится гранатинок, тем более богатый, счастливый, в том числе с детьми счастливой будет семья. Дарится гранат девушкам, девочкам маленьким на первое причастие, на помолвку. Вот, вот в таком вот виде, смотрите, могут быть и золотые, и серебряные, какие угодно. Вот керамические гранаты тоже прекрасно привезти. Вот. Ну и левкоритика, я здесь даже буду говорить не про кружево, знаменитое, которое в основном в деревне Левкара производится на острове, и говорят, что Леонардо да Винчи использовал этот узор в знаменитой плащанице, которая в Миланском соборе находится. А я бы ваше обратила внимание на филогрань, вот таким вот образом, используя мотивы узора кружева левкоритика, делаются серебряные изделия, браслеты, серьги. Все это вполне себе по цене совершенно не впечатляющее, шокирующее, но будет что-то совершенно необычное. Вот, я заканчиваю. Я сейчас, не знаю, не вижу чат, но буду сейчас проводить, мы договорились с коллегами от Profit Travel, что мы должны от министерства что-то вам подарить, поэтому у нас сейчас будет розыгрыш. Если вы меня видите, значит, напишите мне, что вы что-то поняли. Значит, розыгрыш будет проходить следующим образом. Четыре, сейчас минуточку, не понимаю, куда нажать, чтобы читать сообщение. Попрошу, наверное, тогда модератора, чтобы помогли мне. Значит, мы на этом семинаре пришлем вам в офис. Очень интересно, откуда. Но пришлем вам вот такую вот чашку с Кипром в вашем сердце. Пришлем вам вот такую вот багажную бирку для того, чтобы как только вы полетите, когда откроются границы, вы были признаны за своего.
И еще парочку маленьких сувенирчиков, которые не покажу, а будут сюрпризом вам. Значит, отправим мы тому, кто ответит на следующий вопрос. Как называется основной, самый главный монастырь на острове Кипр, который заложила императрица Елена в IV веке, находится недалеко от Ларнаки, на горе. Вот кто-нибудь напишите, как называется. Так. Вот, и дальше я должна, я буду готова ответить на какие-то вопросы по вот теме, которая, собственно говоря, была сегодня поднята. Если кому-то есть какие-то вопросы, если я могу чем-то быть полезна вам сейчас, открыть. Посмотрите, вижу. Ограничение по оливковому маслу. Какие же литр? Ну, да, разумеется, литр в ручной клади, если в основном все звонят, все везут в багаже, потому что покупают его... Нет, Кикский неправильно. Вот вижу Ставрополье, Виктория Быкова я увидела. Не знаю, может быть, кто-то, если раньше. Виктория, если вы, если модераторы мне подтвердят, что это действительно вы первый, кто написал, я думаю, что сейчас пусть, да, модератор решит. Напишите, пожалуйста, мне на... А, Виктория первая. Виктория, я вас поздравляю. Виктория, откуда вы? Напишите мне, пожалуйста, в сообщение на почту, которая есть в моих контактах. А, Краснодар. Очень приятно. Вот из Краснодара круглогодично должны были летать самолеты на Кипр. Я вам отправлю. Обязательно напишите мне адрес на почту. Почта моя есть в контактах вот в этом семинаре. Вот. Поздравляем, да, поздравляем вас. Давайте какие-нибудь вопросы, если они есть, я с удовольствием вам поотвечаю. Будут ли в этом году пресс-туры? В этом году будут пресс-туры, если будут в этом году рейсы. Наверное, так я буду отвечать. Разумеется, как только мы перезапустим туризм из России, видите, я говорю не когда, а как только. То есть мы тут еще не теряем надежды, что все же откроют россияне, правительство России откроет границу после того, как нормализуется ситуация эпидемиологическая в стране. И мы... Пресс-тур – это для журналистов. Для кого это? Пресс-тур – это для журналистов. Мы обязательно повезем журналистов, пригласим, мы хотим каналы. У нас вообще на самом деле уже просто есть список на waiting-листе людей, которых мы хотели бы пригласить и которые сами хотят полететь. Другой вопрос, что пока что авиасообщение между нашими странами прервано. Уже если подводить итог, наверное, коснусь этой темы. Сейчас на Кипр из России выполняются только репатриационные рейсы, то есть это рейсы, на которые могут рассчитывать либо киприоты, либо люди с гражданством, с разрешением на пребывание на Кипре. Массовый туризм пока на Кипр из России закрыт. Монастырь, как называется, куда едут женщины, монастырь называется Троодитиса. Правильное полное его название – это Святой Богоматери Тродосской, но все знают его как Троодитиса. Очень высокогорный древний монастырь, можете почитать про него. Вот на нашем сайте, например, Кипр, остров святых, есть путеводитель, который полностью заложен на русском языке в PDF на сайте visitcyprus.com. Там про него очень хорошо написано, вот там выполняется этот обряд. Нужно обязательно договариваться с батюшкой там по личному аппоинтменту, как это по личному, по личной встрече должна быть назначена, чтобы поехать. Вот. Слушайте, такие коллеги все очень корректные. Пресс-туры – это для кого? Пресс-туры – это для журналистов, которых приглашает государство. Рекламники мы не проводим, потому что рекламники, наверное, больше к туроператорам, они там показывают отели в рекламниках. Вот, поэтому рекламники – это больше не к нам, это, наверное, больше к вашим... партнером. Вот.
Еще что-нибудь? А, скажу вам еще вот что. Для того, чтобы быть в курсе всех событий, которые происходят на Кипре, в том числе этот главный вопрос, когда откроется Кипр для россиян, рекомендую вам, во-первых, подписаться на нашу страницу в Фейсбуке и в Инстаграме, во-вторых, мониторить ситуацию на сайте visitcyprus.com, где в реальном времени публикуются вот эти страны, категории стран А и Б, которые сейчас, возможно, туристам из этих стран возможно посещение на Кипр. Сейчас в эти списки входит 21 страна, собственно, 18 стран в списке А, которые едут на Кипр без тестов на ковид. Три страны в списке в категории Б – это страны, которые должны по прилету и при посадке предъявить ПЦР-тест, сделанный как минимум за 70, не позднее, чем 72 часа до отлета. Белорусы, для Белоруссии въезд тоже пока закрыт. Вот все страны бывшего СНГ пока что находятся в стадии в группе С, это так называемая сомнительная эпидемиологическая составляющая. В ближайшее время я знаю, что Украины пока тоже нет. Мы вообще на самом деле рассчитываем, ну как мы не можем ни на что рассчитывать, потому что вы, наверное, понимаете, здесь ничего не зависит ни от Кипра, даже не от российского правительства. Здесь все зависит от того, когда закончится вот эта вот вспышка этой прекрасной инфекции COVID-19. Все, наверное, здесь в основном россияне, многие, я знаю, из регионов. Вы, наверное, понимаете, что пока что мы не можем говорить о том, что у нас здесь все закончилось и все выздоровели резко. Без тестов не пустят ли? Я думаю, мое мнение, что, конечно, когда для России откроют... Вообще, вот смотрите, как происходит это. Когда только открыли Кипр для стран категории А и Б, в категории Б было 5 стран. Сейчас там только 3 страны, из них одна страна – это Израиль, которая изначально была в категории А без ковидных тестов, а на прошлой неделе она переместилась в категорию Б, потому что там случилась вспышка. Соответственно, две другие страны, которые были в категории Б – это Швейцария и Хорватия, они перешли в страну категории А, то есть у них улучшилась эпидемиологическая обстановка, и тестов мы не требуем. То есть все это очень динамично изменяется. Надо смотреть, мониторить и понимать, в какой ситуации находимся мы. Как Кипр пережил ковид? Слушайте, ну вот у нас есть чуть-чуть времени, я могу вам рассказать. На самом деле киприоты молодцы. Очень грамотно они подошли к вопросу о том, как важно закрыться, изолироваться. И вот несмотря на, вопреки своим интересам каждого личностного, каждого человека, закрыться и перестать выходить. У них был очень жесткий карантин, локдаун, когда ты мог выходить из дома 3 раза в неделю всего лишь по СМС, отправить СМС именно в то самое время, вот на течение 3 часов куда-то выйти. 8 причин можно было для того, чтобы выйти из дома. И вот 300 евро был штраф, если человек где-то ловит с неправильной причиной или просто вот бессознательно гуляющего. Были запрещены пляжи, моря, гостиницы. Церкви были закрыты, для кипретов было ужасно, потому что была первая Пасха, в которой не разрешили посещать церкви. Таким образом, на протяжении последней недели уже практически нету новых случаев выявленных. Всего было выявлено 980, если не ошибаюсь, кейсов, и порядка 32 смертей вот на острове зашло. Сейчас Кипр находится среди самых здоровых с точки зрения эпидемии и безопасных для посещения стран. Поэтому очень важно для государства так и оставить эту такую вот ситуацию, не завести вновь инфекцию. Инфекция, кстати, на Кипре была завезена из Англии. Первый пациент был репатриант из Англии. Вот. Сколько зараженных осталось? Практически из 900, осталось порядка 100 человек в больницах. В больнице из 970, ну там это уже, знаете, такие остаточные явления. Всех практически вылечили. Новых кейсов нет. Ну, да, ну тоже очень интересно. Сейчас посмотрим, как туризм, когда массовый вот появится в тестовом режиме, мы посмотрим, как все это будет происходить на практике. Я заканчиваю, наверное, чтобы не снимать время, потому что уже приходит вот уже час. Я вам всем желаю стойкости, терпения,
не уходите из туризма, это прекрасный бизнес. Самое главное, чтобы вы все были здоровы и морально тоже здоровы. И надеюсь всех вас и ваших туристов увидеть на Кипре. Всего вам самого хорошего. Мои контакты есть в подписи, поэтому буду рада всегда ответить вам на вопросы. До свидания. Спасибо.